Всем привет! Сегодня быстро покажу способ, которым я отбеливаю вещи. У меня дочка ходит в гимназию и носит исключительно рубашки по дресс-коду. В основном белые. Под низ носит белую маечку. Это все трикотажная хлопчатобумажная ткань. Со временем эти вещи застирываются и не такие белоснежные, как были. И периодически я им делаю после стирки или между стирками дополнительное отбеливание. Я беру 4 литра в меру горячей воды, не кипяток. Отдельно в кружку наливаю немного кипятка, например, 70-100 мл, и закидываю туда 4 таблетки аспирина. Кто не знает, это ацетилсалициловая кислота. Буквально через 10 секунд таблетки растворяются. Этот раствор переливаю в таз с водой. Уже на этом этапе можно белую вещь замачивать. Но для усиления эффекта я еще добавляю 1 столовую ложку стирального порошка. Все перемешиваю. Обращу внимание, что мы берем на 1 литр в меру горячей воды, хорошо теплой, 1 таблетку аспирина. Для того, чтобы усилить эффект отбеливания и сделать более концентрированный раствор, можно брать 2 таблетки на 1 литр воды. Зависит от ситуации. Когда раствор готов, замачиваю в этой воде все вещи, которые надо отбелить. Оставляю на часов 6-8. Как правило, у меня это на ночь. По истечении времени я вытягиваю из тазика вещи и все отправляю в стирку обычным способом в стиральной машине. Можно, конечно, постирать при желании вручную. Если результат не устраивает, то можно вещи еще раз прополоснуть и опять замочить в таком же новоприготовленном растворе. Такой раствор отлично отбеливает и отстирывает пятна на вещах. Вот смотрите, пролежали наши вещи одну ночь. Заметно стало все белее. Теперь это нужно все прополоскать, простирать, если еще надо. И все. И рубашечки наши будут белоснежными, и маечки. Вот такой результат. Как правило, я стираю на режиме хлопок быстро или быстро, 40 градусов, 800 оборотов. Конечно, я замечала, что разное качество ткани и виды тканей могут давать немного разный результат. Но в общем, всегда вещь становится белой и имеет приятный внешний вид. И кстати, аспирин может легко конкурировать с дорогими отбеливателями. В результате все вещи у нас беленькие. Дочка ходит в школу всегда как на праздник. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!